Дорогие жители Ульяновской области, поздравляю вас с очень большим, красивым, радостным праздником Новым годом. Несмотря на возраст каждого из нас, в эти дни мы все надеемся и ждем чуда. И для нас это самое, наверное, светлое ожидание, которое вообще в жизни бывает. Новый год для нас, для каждого из нас связан с запахом мандарин, с красивыми шарами, с иллюминацией, с радостью. И я надеюсь, что, встретив сейчас Новый год, мы с вами найдем силы, здоровье, чтобы в будущем у нас все с вами получалось. С Новым годом!